Итак, миссия 139, да? Сила Н. Сила Н. Где Лютер? Тебе придется меня победить. Лютер пообещал Аресу, или Аресу, оружие из Энного за победу над Орлицей. Выполните приемы из списка до завершения времени, чтобы узнать местонахождение Лютера. О май гад. Не пользуюсь полетом, подержав 8 секунд, не попадая под удар. Бросок булавы. Где бросок булавы? А это нереально будет снова. Заново. Он просто уворачивается от всех моих булав, которые я кинул. Что это такое вообще? Начиная, вот эта параша меня бесит больше всего. В воздухе! Мне надо подождать, пока он прыгнет. Пока туда все. Да вы что, издеваетесь, что ли? На. А как бросок булавы в воздухе? А, в воздухе бросок булавы? Ну. Так, стоять! Удар булавы вниз и бросок булавы. А, вперед. Тварь. Да, это вот... Это нереально! Это что за бред? В воздухе вот это все, в воздухе! Ну, осталось как бы только вот эта идиотская херня. Он не прыгает, в том-то и дело. А, ну можно же использовать эту херню. Нахер иди! О май гад, я просто я шатал эти задания. В воздухе. Да вы издеваетесь, что ли? Я буду использовать полет. Можно заюзать, да? Да! Да я и нажимаю вот это вообще. На. 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 О, что? Муа! Это просто мега идиотские задания. Во-первых, нужно сделать задание, увернуться от его ударов и так далее. Вот это просто офигенно. Он просто... Иди нахер от меня! В жопу идешь. Так здесь нельзя, что ли, это делать? О май гад. Блять, я не понимаю, для кого это делается. Такие скачки сложности просто охеренные. Вот эти вот, сделай брос в воздухе, это просто дебилизм какой-то. Как я, блядь, ладно, я могу просто так сделать, но сделать это нахер, чтобы в него попасть, это просто тупость какая-то. Я не должен знать джаглы и прочее говно и комбо, чтобы все это проходить. Я вам кто нахер, для кого вы делаете игру, бляха-муха? Что за бред какой-то? Я сейчас посмотрю, можно ли это сделать в воздухе. Он еще и атакует постоянно. Это же просто обосраться.
кто, блядь, ну вот кто нахер? Что с вами не так, серьезно? Вот кто придумал, что, мол, ты должен знать джагл комбо там и тогда все идеально сделать, чтобы пройти? Почему мне еще вперед нажимается разок? Понятно, то есть это работает здесь. Понятно, окей. Ну, по крайней мере, это будет... Должно быть не так сложно. Сразу в воздух и погнали все это делать. Там здание есть, не пользуется полетом, ага. Пусть кто-то другой делает. Эд Бун, например. Мне интересно, Эд Бун это все может пройти? Вот с первого раза просто надо посидеть, сесть и пройти. Я что-то не уверен как-то немножечко. Что он это пройдет. Вот вот прям не уверен. Что он прямо с первого раза это все пройдет идеально. А, Эд Бун? Господи, зачем? Что за дурацкие задания? Комбо лучше заставьте делать. О май гад. Нахер идешь? На. А. То есть это не считается за удар булавой. Окей. Отлично. А что ты в смысле не пользуешься полетом? Я же нахожусь в воздухе! Нахер иди отсюда, кусок дерьма! А, ну еще он меня типа пал, да? Да. Я не могу его отбросить себя, в том-то и дело. Он просто близко стоит и все. А мне нужно, чтобы он был на средней дистанции. А, он еще попал по мне, отлично. У меня еще время истекает, просто офигенно. Угу, угу, угу. Да, конечно. Да! Наконец-то. Не получается сделать удар. У меня даже вниз X не получается нажать. Да что за бред какой-то? Вниз X нажимаю! Нахер иди. Наконец-то. Нахер иди.
Еще раз нахер иди. Тварь! Так, в воздухе бросок булавы. Ага. А может так сделать все-таки? Он будет пытаться меня достать. Что? Чего? Чего я на земле был? Что за бред? Ну а да как мне вот это сделать? Чего я же сделал? Ну блин, это был бросок булавы, алло! Он был в воздухе сделан. Не, это нереально. Это нереально. Это нереально. Вот как этот бросок булавы сделать в воздухе? Что я? Можно джаглить его, что ли? Хз. Я не понимаю просто. Ну попробуй заджаглить, как бы. Ну я не успеваю просто. Я не успею. Он должен быть в воздухе в этот момент. Ну, окей. Он просто даже ничего сделать, он даже не дает мне встать. Как я, блядь, буду делать что-то? Вот в воздухе, что я сделаю? Он должен прыгнуть, я не могу его заджаглить. Нахер иди. На. Ну вот это самое сложное сделать. Блин, еще в воздухе удар был. Чё? Ладно, я понял вас. Ну я не знаю, что сейчас делать. Я пытаюсь сделать это дело вот так вот, у меня не получается. До свидания. Я не могу. Бросок булавы — это очень сложно. Вот серьезно, я все прошел за 20 минут, это не могу пройти полчаса. Вот это вот серьезно? От этого нельзя увернуться. Может, близко к нему надо прыгать?
Отлично. На. Так, один удар остался. Может, он на дом напрыгнет? Фак. А я уже кинул булаву только что. Ну прыгни! Да! Да! Да вот ты скотина! Иди сюда. Не только не блочь. О май гад! Фак, я прошел это дерьмо поганое еще и на 3 звезды. Говно убогое, фу. Фу, Эд Бун, просто в жопу себе засунь эту миссию, тварь. О май гад. Наибольший урон. В жопу Эду Буну. Лютер. Ты не получишь Н. Получив сильные раны, Лютер активирует особый лазер. Атакуйте его беспрерывно, чтобы помешать провести атаку. Я уже забыл, что там надо делать. В смысле? Я... Да я же сбил! Что за пхе? Понятно. Так, заново начинаем. Выиграть поединок, не попав под выстрел лазера, не используя супершкалу. Понятно. Окей, я понял. На! Тварь. На тебе, тварь. Свидание. Вау, сложно. Да. Извините. Я вырезал кое-что. Чего? Я не понимаю! Я в прошлый раз все так же делал! Я делал эту треххитовку, и потом я... Что? Я не понимаю! То сбиваем урон, то не сбиваю. Что за бред? Серьезно, что за бред? Фух.
слушайте. Я что-то не догоняю, если честно. Сейчас. Почему я делаю ему 6% 6-хитовое комбо, и ему носит 3% урона? Чё за бред? Может, разными ударами его надо бить? А. Да! Что? Фак. Тварь. Скотина тупая, а? Вообще-то я вот это хотел сделать все это время. Здравствуй. О май гад, я успел. Не знаю как, но я успел. Фак. Пошла нахер, кусок дерьма. Да ты скотина сраную, а! Тварь! Он еще и после этого дела может комбо херануть, скотина! Да вы вот это как? От этого как уворачиваться вообще? Понятно, до свидания. О май гад. Угу. Кусок дерьма! Почему, блядь, постоянно Лекс Лютер, а? Почему нельзя других персонажей засунуть? Что за бред какой-то? Еще усилен, скорее всего. Чего? А, угу. Чего? А ничего, что я присел, да? О май гад! Вы издеваетесь надо мной, что ли, а? Что за бред просто какой-то? Еще и переход по уровню запустил меня. Охереть просто кусок дерьма.
Наконец-то. Ага, присел. Ну вот это вот. Я не доверяю, его каждый раз нужно больше бить, что ли? Это же невозможно, в принципе. А, насрать на это задание, окей, попробую его сейчас забить. Насрать на задание, где не надо там уворачиваться или еще что надо. Что? Да! This will enlighten you. I'm not impressed. О боже, упаси, пожалуйста, пожалуйста. Эду Буном встретиться со мной. Я ему, сука, такой в хавальник пропишу, твари просто. Вот за вот это дело. Можно хотя бы показать, что я должен сделать с этой полосочкой? А! Найс! А мой молоток никуда делся, да? А, то есть только там запускается переход уровня, да? До свидания. Я не знаю, почему иногда полосочка не полностью заполняется. Одно и то же комнату теперь пройду. И ничего не поменялось, как бы. А, fuck you, я хотел это сделать. А, понятно. До свидания. О, мой... Я 3 сделал? Что? А, ну да, я не использую супершкалу и не упался, окей. Вау. То есть, понимаете? Чтобы пройти 8 миссий, мне понадобилось 30 минут. Чтобы пройти последние 2, мне понадобилось 50 минут. Причем я сейчас сделал все точно то же самое. Хорошо, эту миссию я проходил конкретно 25 минут. И вот сейчас, самый последний раз, когда я прошел ее, да, я делал все точно такое же, что делал последние там сколько-то раз. Ничего, я делал комбо. Квадрат, квадрат, треугольник, 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 вверх, X. И потом еще один удар. Все! Я больше ничего не делал. Ничего. Мне нужно 350 количество... 350 звезд, чтобы это открыть. Окей, а у меня 340. Ну, то есть... Можно не париться за дополнительные испытания.
Это просто какой-то идиотизм, если честно.